Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир. Я продолжаю проходить игру под названием Little Nightmares. Маленькие кошмарики. В предыдущей серии мы с вами застряли и не знали, что же делать дальше. Оказывается, здесь довольно-таки все просто. Всего лишь нужно подняться по вот этой вот лестнице. Над нами ходит этот мудак, блин, с длинными руками. И его как-то нужно обдурить. В принципе, я знаю как. Неспроста здесь лежит вот эта вот обезьянка. Только возьми, мать, молодец. Теперь нужно куда-то кинуть. Он что-то там щупает, опять что-то ищет. Он явно ребенок еще. Потому что у него огромная коллекция игрушек. И он, видимо, в них играет. О, он пошел проверять. А мы побежали. А вот куда только бежать? Давай наверх полезли, пофиг. Ой-ой-ой-ой-ой, вот, ну вот не вовремя просто игрушка упала, или что это было? Давай, толкай, что ты стоишь, смотришь? Он ведь не залезет сюда? А, не, смотрите, он дверь открыл, вот пошел дальше. Да насрать, мы по вентиляции полезли. Хотя, возможно, он знает, куда мы идем. И куда вообще ведет эта вентиляция. Что-то урчит, там пердит. Ты кто там не дурей? Ни хрена себе, да ты прям качок. Вы видели, он прям подтянулся наверх. Спортсмен он, оказывается. Ну-ка, подожди, посмотри-ка наверх. Ну, куда-то он наверх полез, на... Ой, не, давай лучше не будем ходить по вот этому скрипучему полу. Лучше ходить по вот этому ковру. Тем самым мы действуем бесшумно. Воу! Ведь он сейчас услышит. Ой, чё, как быть нам? Он ищет нас, а мы уйдем. По коврику, он ведь не слышит нас. Давай, удачи, чиполины недоделанные. Ой, мне башмак нужен, прям срочно. Бери, бери башмак. О! Часы что-то все пробили ровно 10, грубо говоря. Да что ты так слабо бросаешь? Беги! Не-не-не, пошел в жопу! А, сука, боишься? Не нравится тебе этот звук? Давай, открывай быстрее дверь. А, тут можно всего лишь пролезть аккуратно, да? Ну, он вроде как отстал от нас. Ага, насколько я понимаю, нужно открыть вот эту дверцу наверху. Это еще что наверху? А, это рояль. Кто-то подвесил. Ну, хоть не убилась? Нет, не убилась, слава богу. Давай, ладно, с этой стороны залезем. О, здорово! Опять этот пиздюк малолетний пробежал. Я могу дверь открыть? Или нифига подобного. Не, тут, видимо, нужно наверх лезть, насколько я понимаю. Ну да. Ну вот как назло. Всякие книжки падают, блин. Буквари. Ну-ка, подожди, свечку эту. О, сохранение прошло отлично. Просто, блин. Ведь этот мудак сейчас услышит. Ой, по-моему, услышал, да? Ну-ка, давай быстрее прыгай. Хватайся! Молодец. Да-да-да, конечно же. Но ведь он лазить не ум... Да нет, он еще как умеет лазить. Это он нам только что продемонстрировал. Вот сука, вроде как никчемный, слепой и ориентируется только по запаху и звукам. А вот это отверстие для рычажка. Нужно рычаг найти. В принципе, если мы будем передвигаться по ковру, он нас не заметит. А тут ковер заканчивается. Поэтому нам придется залазить наверх. Ничего себе, читать любит, посмотрите, книгу взял. Кроссовчик. Тихо-тихо-тихо-тихо. А скорее всего, сейчас я спалюсь. Да?
Блин, эти еще гребаные кубики. Охренеть, он просто все проверяет. Иди в жопу. Как ты знаешь, что я могу находиться там? Практически просто догадался. Давай, мне нужно наверх залезть. Сука. Он, по-моему, меня спалил. Спалил? К вам побежал-то, не пойму. Беги. Да беги куда-нибудь! Не-не-не, сука! Я надеюсь, автосохранение прошло там. Вот я свечку, которую поджег. Хер там. Ну ладно, в принципе, недалеко. Сука, все проверяет, все слышит. Вот мудак. И предметы совершенно нельзя трогать. Вот там кубики, всякие игрушки, блин. Можно, конечно, вот эту обезьяну скинуть на него. Сейчас он, по идее, опять проверит, да, слева? Ну да, это прям все заскриптовано, он специально проверяет. Ну, подлюка. Слепой, но умный. Нет, кубики... Блин, а мне в любом случае придется трогать эти кубики. А, не, можно обойти. Возьми. Кидай. Вот там этот обезьян заиграл, иди проверь. А он не идет проверять. Почему? Я же его отвлек. Что это за бред? Он тупо меня преследует. Он знает, где я. Он просто знает. Так, ладно, где он? Ну, по идее, сейчас он должен потерять меня. Потому что я на ковре нахожусь. Ничего не знаю. Вот я не пойму, где он сейчас. Я хочу просто налево пробежать. А я боюсь, что он там сейчас. Вот мудак, а. Угу, услышал. Он, по-моему, вообще на одном месте стоит. Да, он вон стоит, слева. Так, ладно, давай аккуратно попробуем. Вот, сука, все проверяет. А куда тут дальше идти? А, сейчас упадет предмет, да? Пиздец. Беги. Так, тут наверх нужно залазить, да? Не-не-не-не-не-не-не, пошел в жопу! Залази! Все, до свидания. Ты ведь эту дверь не откроешь? Нет, не откроет, слава богу. Так, вот он этот рычаг. Ну как я его отсюда вынесу? Я ведь не докину. Нужно сделать так, чтобы он открыл дверь. Я вижу телек, вполне возможно его можно включить. Что это такое? Шапка, что ли? Что-то он не может залезть на этот стул. Так, ну, в принципе, здесь ничего полезного нету. Наверх залезть здесь нельзя. Короче, поближе поднесем рычаг. Да что такая тревожная музыка? Он меня уже потерял, по идее. Сюда поднесем. И попробуем включить телевизор. А, вот. Давай, дружище, иди смотри, там Дом 2 показывают. Твою любимую передачу. Дом 2, дом 2, иди посмотри. Это твоя любимая программа. Давай, давай, заходи. А, до свидания. Все, все, ты меня не слышишь, иди нахрен, я на ковре. Все, ты меня потерял, ничего не знаю.
Беги. Просто беги. Все, я на ковре ничего не знаю. Да ладно. Ты, по идее, должен вообще меня потерять уже. Ладно, пофиг, вставляй. О, не спалил. Давай быстрее. Давай! Неужели? Побежали. Да прыгай ты, мать! Что ты думаешь? Давай! Молодец, хоть допрыгнула. Все, пошел в жопу. Фух, ну сюда-то он не пролезет. Это что это такое? Что это за говно белое? А это взять нельзя? А, это вагонетка какая-то. Я понял намек. Ее нужно толкать. Если я сейчас пойду, меня аж парит нахрен. Бери за ручку. Молодец. Умная бабеха, только вот давай с другой стороны. Если мы так будем ее толкать, нас в любом случае аж парит. Вот, отлично, все. Так, достаточно. Залази. Да не толкай ты, залази, говорю. Вот она меня не слушается ни хрена. Теперь давай на себя. Вдруг тут еще эта вагонетка понадобится. Давайте проверим. Тут тупик уже. А, в любом случае понадобится, иначе я до ручки не допрыгну. Так. Давай лучше с этой стороны, а то еще сейчас придавишь себе. А он катится, кстати. Хочу подметить, катится-то назад. То есть тут нужно успеть залезть. Во, отлично, залезла. О, тут еще и пропасть. Хорошо, что я не отпустил ручку. Иначе я свалился бы вниз. По-моему, этот мудак нас преследует, по звукам я слышу его. Вентиляция опять. Ну-ка, включи свой источник света. Подожди. Сохранение прошло замечательно прям. Крыса, иди сюда. Тихо-тихо-тихо! Ты что, мудак, что ли? Чё ты трубы проверяешь, да? Горячее, отопление дали. Блин, меня так сейчас поймает. Тут нужно успеть пробежать, видимо. Да хорошие трубы, качественные, убирай руки свои нахер. Всё, до свидания. Мудак, а, так и хочет меня поймать. Всю дорогу меня преследует. Ну конечно же, блин, выбивает дверь и опять за мной бежит. Пошел нахрен! Чиполлино недоделанное. Вау, и куда? Охренеть, у тебя длинные руки. Да пошел ты нафиг! Давай сюда тогда залезем, я не знаю. Может тут он меня не достанет. Да конечно же, он, знаете, проверяет сразу. Не, пошел нахер. А что ж делать-то, блин? В этой ситуации. Куда бежать-то? Не-н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 е. Пошел нахрен. Даже не вздумай. Просто реально, он, видимо, баскетболистом был. У него охренеть какие длинные руки. А, тихо. Нужно, блин, сделать так, чтобы дверь закрылась. Давайте попробуем подбежать вот. Что-нибудь сделать здесь. Я понял, там за что-то можно взяться, но это не так уж просто. Он, видите, проверяет, чтобы мы не подошли. А, все, он что поймает. А, не, не поймал, сука. Прям вовремя я успел отбежать. Нужно еще, наверное, отломать. Один пруд. Металлический. Да быстрее!
Он меня сейчас поймает нахрен. Не успел, сука. Не видишь? Слепоруки, блин. Надо вот... Сейчас, вставай, сейчас, быстрее прям. Нет, нет. Сука. Убери свои сосиски уже. Давай пробовать. Да хватайся же ты. Ну, конечно. Конечно, я поймал, блин, этот гнида. И вот теперь нужно оторвать второй пруд. Железный. Давай. Отлично. Все, падла. Доигрался, без рук остался, да? Ух, как он орёт. Ух, как он недоволен. Сразу дверца открылась справа. Эй, да хорош своими сосисками дергать. Как у тебя руки еще двигаются? Что за бред? Сардельки недоделанные. Все, погнали наверх. Ну, я думаю, что мы больше его не увидим. Хотя, кто его знает. Понятное дело, он теперь хочет отомстить нам. Он ведь без рук остался. У него и так проблемы были. Слепой. А теперь вообще без рук остался. Никому не нужен он. Мне прям его что-то стало жалко прям. Хотя какой нахрен жалко? Он ведь жрет маленьких девочек. Видели, он там закатывает их в какой-то материал непонятный. Он еще тот гнида. Давай, мать, вставай. Хорош спать в вентиляции. Нам нужно продолжить свой величайший путь. И узнать, что здесь вообще происходит. Так, лестница наверх. Неужели это выход? И мы выберемся на свободу. Конечно же, блин, выбрались. Мы опять же... Что это? Ботинок тут забыл красный. И мешок с трупом, насколько я понимаю. А, это мешок для того, чтобы зацепиться за крюк. Отлично. Куда это он нас везет, этот крюк? Блин, типа повсюду трубцы подвешены. Опа! Там жердяй какой-то на балкончике стоял, курил. Это, видимо, наш новый очередной враг. Воу, сколько же тут трупов. Прям целый склад. Да мать, ну опять ты жрать хочешь, ну ты угораешь. Каждую серию она хочет жрать. И не говори, что ты сейчас будешь вот жрать вот эту крысу, а? Ведь заметьте, с каждым разом... Ох, кто-то в мышеловку попался по звукам. Не слышу. Ну, логично, кто попался. Скорее всего, это крыса. Заметьте, с каждым разом она ест все хуже и хуже пищу. То есть сначала она ела всего лишь хлебушек. Потом какое-то гнилое мясо. А теперь... Да. Она съест крысу. Охренеть. Не делай этого. Ну, это жестко прям что-то. Живую крысу сейчас будет жрать походу. Да. Я прав. Не, ну я, конечно, понимаю, хочет есть. И выбора нету. Придется жрать крысу. Точнее, уже сожрала, ну, грубо говоря. Ну да ладно, труп живой, что ли? А, это просто я прыгал на нем. Я думал, кого-то заживо просто укутали и завязали. Мне интересно, о чем будем дальше жрать? Вот уже жестко, съели крысу живую. Дальше людей будем жрать? В принципе, этому я не удивлюсь. Кровище. Честно говоря, я уже туда не хочу идти. А тут дверь-то закрыта. А, открыта. Тележка что-то катается. Ну, раз она здесь стоит, значит, она нам пригодится в любом случае. Что
Что-то мне подсказывает. Вот этот на заднем плане, который жирный чувак стоял, это повар. Потому что все вот здесь смахивает на какую-то столовую. Вот это вот окошко, где выдают пищу. Да посмотрите, тут целые припасы. Морковка, лук, не лук. Поглядите, сколько всего. Вот мать не могла потерпеть, по-человечески поела бы здесь. А не крыс жрала бы. Ну-ка, залази. О, вот он тот самый жирный. Охренеть, вы посмотрите просто. Какой он жирный, ты просто видел свою харю, она у тебя опухла. Братан, худей. И у него глаза есть, вот это плохо. От него, наверное, воняет. Жуть как. Что-то варит, готовит. Вы посмотрите, у него тут все есть. И рыба, и мясо, и сосиски, и колбаса. Вон, все у него есть. Да, это действительно повар. И он сейчас нас спалит. Не, не спалил. Ууу, что-то с ульнями там давится, побежали быстрее. Да ладно, меня спалил, что ли? Не-не-не, как ты меня мог спалить? О, замок. Зашибись. А где ключ? У этого жирного? Ой, чё ты чихаешь? Отрастил себе харю и ходишь теперь. Грёбаный помидор. Какие-то специи там взял. Ладно, полез наверх. Ай, зря ты пошумела. Ведь сейчас он, наверное, услышал и сейчас увидит нас. Это ведь не тот Чиполлино, который слепой и ориентируется по запаху и звуку. Этот, сука, видит. Глазастый, может заметить нас. Несмотря на то, что у него харя вся заплыла, все равно он нас может увидеть. Ой, а как тут быть-то? Ой, чуть ли не упал. Жирный, расскажи, где ты хранишь ключ? Сеньор Помидор, расскажи мне, пожалуйста. Охренеть, у тебя реально тут запасы рыбы, гляньте сколько, а? Отлично. Вот, видимо, нам в это окошко нужно лезть, да? Ну-ка, залази. Отлично! Ни хрена себе, вот этот поворот. И попали в туалет. Причем, что это за бред? Мыло кто-то тут уронил, видимо, этот жирный. Если вы понимаете, о чем я. И два унитаза. Вот это странно. Причем они прям так вместе стоят. Это, видимо, для жирного. У него... Жопа настолько жирная, что на один унитаз не умещается. Вот для этого здесь и два туалета стоит. Ну-ка, подожги эту свечку. Да подожги. Ботинок кто-то оставил. А, эта свечка в ботинке прям стоит, нихрена себе. Я надеюсь, жирный сюда срать сейчас не придет. Ну-ка, закрой дверь. Что? Тут я не допрыгиваю, к сожалению. Кто-то срет. Или что это за звуки? Это типа лифт, насколько я понимаю, да? Можно его запустить? Можно. Это нас... Лифт отправит на первый этаж, на кухню. Но подождите, мы же ключ не нашли. Нужно ключ для начала найти, перед тем, как уйти отсюда. А тут все закрыто. А, нет, вот, смотрите, комнатка. Тут храпит. Ты кто? Вон он ключ наверху, я его вижу. А если его мячиком ударю? Алло, гараж, вставай! Ёбаный шашлык. Бать, тебе нормально? О, блядь. Брат! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Да хорош, как ты увидел, а? Что происходит? Я думал, я поймал. Вот тут он вскочил, вот тут он подорвался. Прям как в армии, рот в подъем. Нормально. Не дали человеку поспать. Он аж заныл, завизжал, говорит.
футбол. Как хрен ты мне не дашь поспать? Так, ладно, зато мы его прогнали. Еще один жирный какой-то. То есть, тут два жирных повара. О, какая-то у него тут это. Давай, раскачивайся, я не знаю. Во. Давай, а то он сейчас придет нахрен. Берем ключ. Что это за веревочка у него вот эта вот? Возможно, если он дернул бы за нее, включился бы свет. А куда он пошел? Может, он в туалет пошел? Блин, мне прям интересно. Я могу, в принципе, уже уйти. Но не хочу! Я хотел проверить. Куда он пошел? Может, он там срет сидит? А как мне назад съездить? Вот ключ я здесь оставлю. О! Он меня наверх отвезет. Я просто хочу проверить, ведь интересно. Куда он ушел? Братец вот этот помидор. Оп, он дверь открыл, я слышу. По-моему, он реально в туалет пошел. Не, его нет в туалете. А куда он? Значит, он за этой дверью. Он вниз поперся. К второму своему жирному братцу. Понятно. Теперь понятно, для чего есть два унитаза. У каждого лично свой прям. О, сохранение прошло, это хорошо. Эй, жирный, ты колбасу уронил. Он где-то здесь ходит. Так. Как бы его отвлечь? Опа, банка шевелится. А чё, её разбить нельзя? Вау. Вот сейчас, по-моему, он услышит. Тем самым этого пиздюка освободили. Ты ведь услышал? Или напрасно эту банку разбил? Не, услышал в натуре. Ты погляди, он... У него слух хороший, отменный. По идее, вообще он должен быть медленным. Потому что он жирный. Вы посмотрите на него, он просто заплыл. Он неповоротливый, медленный должен быть. А где второй? Вас же двое вроде как. Так, он пока там пошел проверять, я тут открою двери. Вставляй. Ведь он услышал, наверное, да? Беги. Ага. Тут у нас один выход, это вот залазить в эту дырку. Повсюду еда, блин. Мать, вот реально не могла потерпеть. Зачем-то съела крысу. Так, а что здесь вообще нужно сделать? Я вижу рычаг, вижу... Вот это вот отверстие. Это что-то типа лифта. А, не, подожди, там еще отверстие справа. Что-то пока что непонятно, что здесь нужно сделать. Давайте попробуем дернуть за рычаг первым делом. Мы узнаем, что произойдет. И... А, тут... Вон как. Ой, фу. То есть туда бросается кусок мяса и делается из этого сарделька. Ну или колбаса, хрен поймешь. А, я понял. Не понял. Подожди. А тут залезть нельзя? Не, нельзя. Чё-то не понял я. Нет, всё понял. Теперь точно понял. Короче, надо несколько раз нажимать на рычаг. Он закидывает мясо. И делать нужно... А в смысле? Где мясо? Чё, мясо закончилось, что ли? А, она тут и так залазит. Вот как тут это работает. А это какой-то холодильник. Мы попали. Да, получается вот нужно мясо поскидывать вниз. Надеюсь, жирный в холодильник сюда не придет.
Я понял, нужно по крюкам прыгать. Ага. Во, кусок мяса. Отлично. Это голова, по-моему, чья-то, нет? Ладно, пригодится. Это самое главное, самому туда не упасть, вот. Давай. А сюда можно допрыгнуть? Сюда даже можно. Подожди, что-то тут прям все запутано. Тут вообще какие-то машины вовсю работают. О, бабёха, здорово, давайте разобьем. Отлично. Тут тупик. Может быть, машины нужно остановить? Ну зачем? Какая бессмысленная комната. Ну-ка наверх посмотрим. Погоди, там что-то сверху есть. Ладно, хрен с ним. Короче, давайте, я думаю, вернемся назад. Будем надеяться, что этой головы будет достаточно. А, хотя вот еще кусок головы. Ну, два куска, надеюсь, хватит. Это что было? Блин, мне показалось, что кто-то из вот этой вагонетки рукой там тянулся. Давай тащи. Мне уже стало пофиг. Я начал становиться даже на этот люк. Несмотря на то, что можно туда упасть. Вдруг там не выдержало бы и провалилось бы. Все, поехали назад, короче. Будем надеяться, что этого хватит. Угу. Пробуем. А, что я делал? Сначала нужно открыть люк. Вот. Теперь... Давай. Ты сможешь, мать. Ну, будем надеяться, что этого хватит. В принципе, должно хватить. О, хватило. Отлично. Теперь надо допрыгнуть. Давай, раскачайся. Главное, чтобы сосиски не порвались и не оторвались. Да, конечно, мы упали. Что-то мне подсказывает, по-моему, этого мало. Мне кажется, еще одна сарделька должна быть. Либо я... Да нет, в принципе, должна допрыгнуть. Каким-то магическим образом я допрыгнул, как будто меня магнитом примагнитило. К этому проходу. Ну да ладно. Разобрались. И опять мы лазим по вентиляции. О, это что? Это, да, это холодильник очередной какой-то, да. Смотрите, тут прям ей холодно. Нашей героине. Смотрите, сколько здесь мяса и трупов. О, что-то подозрительно. Скорее всего, нам тут придется спрятаться вот в этом ящике. Надо это... запомнить. И что я сделал? Тихо, жирный, ты за мясом пришел? Я понимаю. Да сядь же ты! Да как ты меня увидел, слышь, заплывшая рожа! Как он меня успел увидеть? Блин, надо было сразу бежать. Я вот как-то затупил. Вот сейчас мы нажимаем на рычаг и бежим. Но я не знал, что он будет в лифту. Я предполагал, но не знал. Теперь знаю. Все, вот сейчас бежать надо и не ждать его. Как же быстрый лифт приезжает, охренеть. Да сядь же ты. Все. Ни хрена себе. Ящик проверяет. Ты что, охерел что ли? Или что у тебя там? Сыр гнилой. Он говорит, приходи, съем, пожалуй. Всеядный жирный дурень, а? Давайте попробуем, наверное, в лифт побежать, пока он мясо проверяет. Поехали. До свидания, жирный.
Тут нужно быстро что-то кинуть в эту кнопку. Он сейчас ведь назад поедет. Вот лифт к нему поехал. Да быстрее залази, мать. А, тут можно спрятаться. Ведь наверх тут не залезть. У этого, кстати, смотрите, рожа немножко другая. Они по лицу вроде как разные. По-разному у них рожа заплыта. Сеньор Помидор. Так, а как же мне в кнопку кинуть? Где предметы? Тут предметов даже нету. Ну, сейчас мне кто-нибудь там сверху ботинок скинет. О, великие жирные боги, скиньте мне что-нибудь. Кого-то режут. А, он сам дверь открыто оставил. Ай, что-то вообще я беспалевно прям передвигаюсь. Какой-то жесткий, ой-ой-ой. Чьи-то мозги, блин, или что-то не мозги, хрен поймешь. А, жесть. Чё ты там рассматриваешь? Мясо как мясо. Тихо. Не двигаемся. А то еще почувствует, блин, каким-нибудь магическим образом. Все, погнали. Давай, давай там. Шамань, шамань. У тебя хорошо получается. Тихо, не спешим. Хотя ладно, погнали. А, сука, слепой, у него боковое зрение вообще не работает нихера. Тут кнопка. Вот это ты зашумел. У тебя машина работает, чувак, иди проверь, что с ней случилось. Чинить надо. А нахрена я это сделал? А, ключ. Блять, поздно. Поздно я заметил этот ключ на самом деле. Короче, делаем все то же самое, просто нужно быстро это все сделать. А куда ключ, кстати, вставлять? А, это нужно назад ехать на лифту. Точно. Давай, жирно, продолжай свою трапезу. Короче, делаем все быстро. Нажимаем на кнопку и побежали. Да быстрее залази! Бери ключ. Все, жирно, я поехал. Все четко сделали, отлично. Ой, он услышал, походу. Бля, быстрее. Да, он сюда едет. Заставляй! Да, может спрячемся? Давай, спрячься. Просто сейчас куда-то бежать бессмысленно. Тем более я там не дотянусь до ручки. А, сука, потерял меня, помидор. Худей, братан, бегай почаще, бегай. Не ходи пешком. Ты посмотри на себя, ты заплыл. О, пошел проверять. Блять, закрыл дверь. Ладно. Я надеюсь, он не вернется. А мне, похоже, нужно наверх залазить, по мешкам. Или нет. Или да, хрен поймешь. А, вот как. И теперь налево. Охренеть. Сюда, видимо, жирный мусор свой сбрасывает, да? Смотрите, тут банки, склянки, ботинки опять. И рычаг. А, это не рычаг, это вантус. Бери вантус, это жирный. Им пользовался. А его нельзя взять, к сожалению. Так, а на кой хер я сюда спрыгнул-то, блин? А, вот, по-моему, лестница, можно залезть. Подожди, неправильно я полез. Нужно вот так, с этой стороны. Что ты делаешь? Давай, мать, не дури. О, тем самым мы сейчас к нему попадем. Блин, повсюду у него вантусы. Чё, ты так много срёшь, что ли, что у тебя унитаз засоряется? Повсюду, посмотрите. А, это тут он посуду моет, посмотрите. Повсюду пена, просто гора пены. И вот, я же сказал, их двое, посмотрите, два жирных братца. Вдвоём моют посуду. Ну, там можно было вылезти, но, мне кажется, небезопасно. А тут тупик в итоге, да? Тут говно. Короче. Тут прям
хрен поймешь, как действовать. А, можно вот тут вылезти, ну-ка. Тихо, тихо. Да хорош, как ты меня спалил! Пока, пацаны. Да быстрее беги. Чё, потеряли, да? А, жирные псы. Он ведь... О, блядь, он игинается. Вот это мне фартануло! Вот это... Бля, он меня все равно заметил, да? Как же он отвратительно завывает, это капец прям. Фартануло, а толку мало, все равно меня один заметил. Сейчас он будет вниз смотреть и спалит меня. Сука. Где второй? А, сука, бах поймал. Я люблю баги ловить. Он не может пройти сквозь дверь, тем самым мы сейчас рычажочек-то дернем. Или меня спалит. Или он из бага вылезет. Вот что мне интересно. Попробуем, по крайней мере, попробуем. Ты бери ты рычаг. Дергай его. О, бля, ты из бага вышел, брат. Не дури. Ёбаная обезьяна. Бля, давай вылази. Да хорош, жирный! Бля, мне пизда. Все, поймал. Было бы, конечно, легко и просто, если бы вот запустил рычаг и сразу направо залазишь. Но тут она, видите, не залазит. Поэтому, насколько я понимаю, тут нужно бежать вообще назад. Блядь, рядом, сука. Спалил? Не, не спалил. Давай, уходи, уходи. Давай быстрее. Ёбаный жирный. Так. Может, по тарелкам залезть надо? И то не факт. Блин, вот я не вижу справа, что... А, вот так можно посмотреть. Вот только не говорит, что вот по вот этой горе тарелки я должен залезть. Ага. Слушай, а походу в натуре. Он себе рожу моет, или что он делает, я не понимаю. А как мне вот сквозь вот этого пройти? Ведь он мне сразу палит. А, нет, его нету. Могу и залезть? Могу. Быстрее, хуль ты купаешься? Не-не-не-не-не-не, я полез! Удачи, подписывайся! Бля, не допрыгиваю, не допрыгиваю уже. Не-не-не, вы не... Не-не-не, у вас руки-то маленькие, не как вот так, у того долбоеба. Длинные руки. У вас маленькие, жирные, пухлые руки. Я поехал, до свидания. Худейте, пацаны, худейте. А вы меня не поймаете, все, да. Вот и крякайте, крякайте, а я поехал, до свидания. Блять. Он еще поймает. Прыгай. Он бы меня поймал просто. Ебать ты, сумо! А, не достанешь, руки-то не длинные у тебя. О, вот это вот жесть, а, кидают! Вот-вот, блин, надо было прыгать! Какой момент? Какой момент был, надо было прыгать, но я думал, не допрыгну, и вот... Сомнение меня подвело, ну хотя бы отсюда, уже хорошо. Не-н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 е, прыгай, езжай на жопе! Уль ты банки разбиваешь! Да сука, вот сейчас не успел, кстати, вот в предыдущий раз было лучше. Там просто засомневался в себе, что не допрыгну.
Не, сейчас получится. Обычно с третьего раза всегда получается. Не-не, жирный, отстань. И в пизду. Вот, сейчас надо прыгать! Прощайте! Я буду вас помнить, жирные псы! Не-не-не, не кидай! О, мне помахал, пока видели, он промахал. Давай, удачи, типа! О, висельц, я... это еще что, блядь? А, я думал, сейчас меня прибьет вот этой херню. Видите, там тряслась какая-то херня надо мной. Фух, в принципе, все. Закончим на этом серию. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи, всем пока!